Энергетики отмечают свой профессиональный праздник в самый короткий день в году. И тем не менее, он один из самых теплых и светлых. Именно в этот день поздравляют людей, которые круглосуточно заботятся о том, чтобы в наших домах было комфортно жить. В этом году более 630 теплоэнергетиков во всех филиалах ТГК-14 были отмечены наградами. Вручали их и сегодня. Званием «Почетный энергетик» Российской Федерации удостоен Михаил Николаевич Шестопалов, мастер по ремонту турбинного цеха на Читинской ТЭЦ. Он работает уже 43 года. Читинская ТЭЦ-1, как вы знаете, оно предприятие как бы жизнеобеспечения всего города. Большая часть тепловых сетей висит на ТЭЦ-1. Ну и отсюда ответственность. Не дай бог город заморозить. Поэтому всегда за спиной эта ответственность. Михаил Николаевич воспитал многих энергетиков, которые сейчас работают. Его хорошо знают специалисты и первые руководители энергетических компаний не только нашего края, но и России. Вместе с коллегами сегодня он принимает поздравления и благодарность за работу от забайкальцев, первых лиц края и города. Именно от этой базовой отрасли зависит развитие строительства, промышленности и в целом экономики региона. Нам некоторые города даже завидуют, что у нас есть свободные энергомощности для выполнения технических условий по теплу, электрической энергии. Очень большой объем работ выполнен по перекладке теплосетей. Ряд микрорайонов по существу сегодня закольцованы. Можно сказать, тот же Сосновый Бор сегодня закольцованы. Энергетики, на мой взгляд, Забайкалья достойно подошли к своему очередному профессиональному празднику. Сегодня мощнейшие перспективы в отношении развития города, регионов присутствия, где мы находимся, я имею в виду в отношении не только электроэнергии, которая помогает производить наши коллеги, но и прежде всего тепла. С точки зрения увеличения тепловой мощности, снижения экологической нагрузки на озеро Кенон, в отношении надежности сделано очень много. Сергей Васильчук поблагодарил руководителей региона и города Читы за финансовую поддержку в реализации проектов по развитию энергетической отрасли и поздравил всех с праздником. Екатерина Станиславская, Сергей Миртов. Время новостей.